Украина и Республика Индонезия будут развивать партнерство по безопасности и обороне. Такая договоренность достигнута на встрече Вадима Ноздри, генерального директора государственной компании «Укрспецэкспорт», входящей в состав «Укроборонпрома», с делегацией военно-воздушных сил этой страны во время ее пребывания в Украине. Вадим Ноздря отметил, что украинская сторона готова поддерживать высокую динамику развития сотрудничества в рамках реализации двусторонних проектов в авиационной отрасли, в частности, по ремонту и модернизации техники. В ходе встречи были подписаны соответствующие контракты. Индонезия долгое время является надежным партнером Украины в вопросах военно-оборонного сотрудничества, поэтому мы заинтересованы в получении взаимной выгоды от развития военного и технического потенциала наших стран, отметил глава Укрспецэкспорта. Основой развития военно-технического партнерства является соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в оборонной отрасли, где определены общие принципы развития двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Стороны могут совместно работать и в сфере закупки вооружения и военной продукции в рамках совместных проектов, производства, поставок вооружений и других товаров военного назначения, а также обслуживания, ремонта и модернизации. Отметим, о сотрудничестве Украины и Индонезии в оборонной сфере мы сообщали и раньше. Так, в декабре 2020 года появилась информация о заинтересованности зарубежной стороны в приобретении украинских радиолокационных станций 90К6Е от компании «Искра», а также о подготовке контракта на закупку берегового мобильного ракетного комплекса «Нептун». Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!